После прекрасного очередного боя, этого классного вечера, возвращаемся в нашу студию. И сейчас у меня в гостях генеральный директор группы компании Motorland Евгений Катюшкин. Евгений, приветствую вас на этом замечательном турнире. Сразу, не отходя от эмоций, которые получили мы от последнего боя, понравился поединок? Да, бой очень хороший, очень равный. Но впереди у нас самые главные события. Конечно же, Осипов против Терентьева, то, что мы ждем больше всего. Вы чего ждете от этого боя, от главного события? Я ожидаю увидеть очень интересный бой. Я видел работу Осипова, очень расчетливый, очень жесткий, очень тактичный спортсмен. И я думаю, мы увидим очень красивый бой. А вы уже не первый год сотрудничаете с Victory Team, да, с промоушеном, насколько я понимаю, и видите их рост с точки зрения как организаторов, да, мероприятий. Насколько вот этот турнир выходит уже за рамки, вот, действительно показывает их возможности? Ну, так как мы участвовали не только в мероприятиях, которые Victory Team, я могу отметить то, что организация всегда на высоком уровне. И профессионализм растет с каждым разом. Это полноценное шоу, я бы сказал, европейского уровня. Ну, я думаю, что, в принципе, у ребят есть все возможности для того, чтобы вводить это все и на мировой уровень в том числе. Безусловно. А для вас, насколько для вас интереснее бои, где заявлены, вот, допустим, как чешский спортсмен, да, зарубежный спортсмен, больше они интерес вызывают? Или же все-таки интереснее смотреть за наши ребята? Безусловно, хорошо, когда приезжают, потому что, что называется, можно вариться в своем котле, но всегда интереснее, когда приезжают с других регионов, там... Да, другая техника, другая тактика. И это всегда. Отлично, спасибо большое. Будем ждать 5, следующих 5, боев, которые буквально уже через несколько минут начнется. Я Евгению большое 5, спасибо за то, что вы присутствовали в нашей студии. Спасибо вам за приглашение. Спасибо. Кто еще?